Дни воинской славы России. К ним приурочиваются различные важные события в жизни буевлян. Одним из таких событий является получение паспорта гражданина Российской Федерации. 24 февраля 9 юных жителей города Буя и Буйского района, которым исполнилось 14 лет, в торжественной обстановке получили основной документ, удостоверяющий личность гражданина нашей страны. Мероприятие было приурочено к Дню защитника Отечества и проходило в Центральной городской библиотеке. Паспорт – это не просто авторитет и статус, это огромная ответственность повзрослевших юношей и девушек перед обществом и Родиной. Вручила паспорта начальник миграционного пункта МО МВД России Буйский Ольга Владимировна Туманова. Это важное событие в жизни каждого человека – получение первого документа, удостоверяющего личность. Тем более для детей, для юношей и девушек. Это значимое событие, так как данный документ дает право на вступление в взрослую жизнь. Сейчас все стараются сразу практически получить паспорт, потому что без документа сейчас нельзя произвести какие-либо действия. Везде он требуется для сдачи экзамена, для получения билета. Во всех значимых событиях детей требуется паспорт. То есть это самый главный документ. Поэтому детям желаю бережно относиться к данному документу и с гордостью носить звание гражданина Российской Федерации. Я получила паспорт. Что вы чувствуете? Я немножко переживала, но это классно. Как вы считаете, это ответственно? Да, считаю, что очень. А в чем ответственность? Сегодня я стала полноценным гражданином страны. Я сегодня получил паспорт. Что это значит? Это значит, что я стал гражданином Российской Федерации. Это ответственность? Ну да, я считаю, это большая ответственность. Я стал полноценным гражданином Российской Федерации. У меня стало больше прав. Ну и чувство полноценности. В словах клятвы юных россиян прозвучало, что от их поколения зависит будущее Отечества. Выражена готовность быть достойными памяти отдавших жизнь за честь и независимость Родины. Ребят со знаменательным событием в жизни поздравили председатель Совета ветеранов Марина Витальевна Фролова и ее заместитель Татьяна Николаевна Петрова. От Совета ветеранов мы пришли поздравить вас с этим знаменательным событием. Мы все рождаемся гражданами этой страны, но вот именно сегодня вы получаете удостоверение, что вы становитесь полноценными гражданами со всеми правами и обязанностями. И перед вами открыты много путей. Вы можете добиваться, я вам желаю, чтобы вы добивались всех своих целей, шли смело по дороге, все у вас получится. И мы подготовили для вас небольшие подарки. Молодые россияне успешно ответили на вопросы викторины на знание российской государственной символики, после чего состоялось награждение победителей. Напутствие ребятам быть патриотами нашей страны и достойно нести звание гражданина Российской Федерации.